Всем привет! В ремонте Opel Vectra C 2002 года замена передних рычагов. Номер. И вот здесь еще. Так, меняем два рычага алюминиевых. Так, сейчас на старых рычагах порвались сайлентблоки, сейчас покажу. И владелец автомобиля решил поменять их целиком, потому что шаровая неразборная. При установке не забываем разработать шарнир для распределения смазки. Вот вид снизу. Как видите, сайлентблок порванный. Так, для замены рычагов нам не обязательно машину поднимать вверх. Достаточно открутить вот этот болт на шаровый. Два болта крепления сайлентблока и один болт. И снимаем его. Ну вот, рычаг снят. Когда будете новый устанавливать, не забывайте смазывать графиткой здесь, потому что старый рычаг очень плохо снимался. Пришлось выбивать, из-за этого и машину поднимал, чтобы удобнее было ударить кувалдой. Так, новый рычаг. Смазываем графиткой. Вот здесь немножко протираем графитовой смазкой, специально, чтобы на свое место стало. Ну и в эти полости. Все устанавливаем на место. Новые рычаги на месте. И не забывайте, одно из самых главных правило при замене сайлентблоков и рычагов подвески: зажимать их надо только при рабочем положении автомобиля. То есть поставили, опустили машину, качнули пару раз вверх-вниз и до конца зажали. Все, на этом ремонт закончен. Всем удачи, пока!